Мужик, тест ДНК стоит гораздо дешевле, нежели 1 год содержания ребенка. Или даже 1 месяц хотя бы. Поэтому подумай о расходах. И, кстати, для тех, кто считает, что да, ну не может быть, да это все генетика и так далее. Даже в роддоме могут ребенка подменить, и вы об этом не узнаете. А уж если брать статистику, кстати, тех самых лабораторий, которые проводят тест ДНК, то минимум 1/4 всех детей воспитывается не родными отцами, а отцы об этом ничего не знают.